множество бесплатных обучающих видео. Так, ну, против хобби игрока, шестерки в позе, я потребэчу, это сильная value. Ну, как сильно это value? Давай заизолим. Я выбрал такой небольшой сайз, потому что все равно большинство сейчас просто поколет. Я ожидал, что хотя бы двое сфолдят, но... Здесь шестерками можно прям очень нагло сыграть. Я люблю так играть в целом против фишей. Я просто ставлю маленькую второй раз на пуш. Я изи фолжу, потому что чел там, ну, ничего хуже не запушит. Он может запушить там только сейчас доехавшую десятку из чего-то слабенького. Ну, само собой, там ФДшка, ВСДшка запушит. Но даже против них мои шестерки стоят плохо. Поэтому я ставлю на терне маленькую, потому что он может проколить кучу рук слабее. И при этом я не буду на ривере сидеть и думать, нужно ли калировать его ставку, потому что рука как бы неплохо бы била его блефы, но при этом было бы слабенькое на кол. Ну, я поставлю, а вот доехавшую десятку я потерну чаще чекну. Потому что а уже посильней. Больше покер-водов и видеокурсов от профессиональных игроков вы найдете в VIP-клубе нашего сайта pekarstas.com/VIP. Друзья, спасибо за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео.